шикарный, современный. Пока то, что я успел увидеть, скажу честно, при такой базе можно спокойно заниматься всеми направлениями. Ребята с характером, надеюсь, что патриоты в дальнейшем поймут, что командный вид спорта – это сплоченность, это чувство плеча, это ответственность за свои действия. Поэтому все это пригодится. Говорили, какие различные постулаты, которые пригодились бы в жизни в дальнейшем, которые пригодились бы сейчас, какие цели им ставить, какие задачи, не просто так лежать на диване. Хорошо очень поговорили с ребятами, задавали вопросы, и хочу сказать, что как-то тепло и уютно было. Мне действительно очень понравилось, и спасибо руководству за эту замечательную встречу. Мне очень понравилось, потому что я сам занимаюсь спортом, и поэтому я восхищаюсь этими людьми, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, которые сегодня к нам приехали в наш кадетский корпус. Для себя я отметил то, что спортсмены являются очень сплоченными вообще со всех видов спорта. И это вот, так как я являюсь будущим бойцом, это тоже для меня является очень полезным уроком, очень полезным качеством. То есть именно вот команда, вот поддержка коллектива.